Девочки, привет! Я вернулась в тот магазин, где я уже для вас снимала, помните, где было много-много Феррагамо, сейчас здесь много Прады и Миу-Миу. Вот, девочки, которые живут в Канаде, вы не поверите мне, что в Винерсе, в обычном, где продается хлам и всякие ошметки, продаются вот такие вот бренды. Но это действительно так. Я когда кому-то говорю, мне говорят, никто не верит. Потому что это тот же самый TJ Maxx, который, в принципе, считается складом всякого старого хлама. И у нас есть один магазин, вот, в который вот так вот завозят вот такое вот... Ну, окей, это все такое старомодное, позапрошлогоднее, ужасное. Но я просто вам показываю, потому что это интересно, потому что это брендовые вещи, которые не всегда можно увидеть. И, значит, вот эти вот босоножки Миу-Миу стоят $250. Желтые. То есть вот этот вот фасон, я не думаю, что это из тех времен, когда он вышел из моды первый раз. Я думаю, что это он, в принципе, ведь вошел в моду еще раз, вот эта вот платформа. Насчет этих камней я не уверена, но возможно. Но вот эти вполне себе такие симпатичные. Симпатичные. Сколько они стоят? Тоже 250. Слушайте, я вам должна сказать, что это не очень дорого для Миу-Миу, по-моему, насколько я знаю. Здесь тоже много всякого разного. Вот, например, вот такие вот туфли Прада. Тоже 250. Посмотрите, какой у них каблук. Но это точно уже не очень старый фасон. Это как бы, ну как бы старый, но это несколько сезонов, но это не то, что прям там много сезонов назад. Кстати, мой размер, но они совершенно сумасшедшие. Вернее, шестой, может быть, и не мой, может быть, немного большой. Вот еще стоит Прада, прям с коробочкой. Посмотрите, какая. Вот эти вообще симпатичные. Тоже 249. То есть они все по $250. Они прямо вот совершенно нормальные. Не такие не старомодные, а вполне такие себе симпатичные. Или вот эти, например, желтые. Тоже Прада. Вот эти Jimmy Choo, 9 размер. Сколько у нас Jimmy Choo стоит по сравнению с Прадой? Сейчас поищем цену. Ай, что-то цены нету, не знаю, девчонки. А, вот, слепая я. А, Jimmy Choo 119, вообще дешевый. Ну, вот тоже Прада. Прада такая вот на платформе. Вот это Прада Милано, 11 размер. Ну и вот такие вот желтые. И вот такие вот босоножки вполне себе нормальные. Так, это за 400. Да, это не Прада, это за Феррагамо, по-моему, да? И вот Феррагамо, прям красивые. Тоже 400, прям смотрите, какие красивые. Прям красивые. Слушайте, а вот эти какие, о май гад, посмотрите, какая красота, это тоже Прада, тоже 250, мой размер, 5,5, девчонки, посмотрите, какая красота, ну, проходите мимо, это очень красивые туфли, они такие необычные. А вот еще вот эти есть такого цвета, розовые и красные. Смотрите, примериваю эти туфли. Ой, это все мешает и портит вид. Посмотрите, какая красота, мой размер. Боже ж ты мой. Немножко большие они, видите, пятка пустая. Но бы пятая, было бы лучше, 5,5, немножко великовато. Красиво, нету сил. Просто нет сил. Ну и одежку довезли разную. Значит, это Тед Бейкер юбка. $80 всего лишь. Вот такая. Красивая, красивые цвета. Я, девочки, сегодня примерок не будет. Я, может быть, завтра вернусь померить кое-что, потому что я вам просто пока снимаю. Потому что у меня нет времени сейчас. Я просто вот забежала на 5 минут. Я должна бежать. Я увидела вот это все. Я поняла, что я должна это снять, потому что пока я вернусь
примерять. Этого половины уже не будет. Тед Бейкер. Какие красивые. Это такой комплект. Видите, такой топ на шлейках. Цветочек с рюшечками. Прелестными. Вот такая вот же юбка с рюшечками. Где я вам получше покажу? Вот так. Ох, романтик. Романтик. Что-то за 150. Love Moschino. Тоже плиссированная юбка. Вот такая вот. Здесь у нас очень много навезли юбок Prada. За 299. Вот такие плиссированные коротенькие юбочки. Розовые такие, в цветочек, в розочку. И такие же голубые. Их много, всяких размеров. Вот такие синие. Ну, знаете что, они, конечно, Prada, но $300. Ничего у них такого особенного нет. Просто плиссированная юбка в цветочек. Вот эта юбка тоже Prada из шитья белого такого. Тоже за 300. Какая-то коротенькая юбочка Prada. Прям такая совсем коротенькая. Цветочек. И вот такая вот юбка. Футуристическая. С какой-то странной такой нашлепкой. С зайцами, боже. Короткая совсем юбка. Смотрите. Показываю. Вот такая вот. Коротенькая совсем с зайцами. С какой-то такой фигней здесь. Стоит 250. Правда. Найс. Что здесь? Брюки, брюки, брюки. Брюки превращаются. Брюки тоже прадовские, по-моему. Да, брюки тоже Prada. И стоят они 400. В общем, тоже такие разные. Ой, я ж растерявши все. Очень... О, господи, заехала тут. Хочу вам показать. Посмотрите, какие они. А это зад, а вот это вперед. Так, $400. Вот такие брючки. Здесь написано Prada. Вот такой цветочек. Что еще интересно? Вот это тоже брюки все. Это все тоже Prada. Цветные. Просто такие юбка-брюки широкие. Такие, как шелковые. Шелковые, красивые расцветки. Очень много интересных вещей. Вот это что-то интересное, красивое. Юбка или брюки, не знаю, сейчас посмотрим. А это тоже Prada. Синяя. С такой подкладкой. Я не понимаю, что это юбка. Да, это такая юбка. С такой вот подкладкой, прозрачной. Такая же есть коричневая, с поясом, похоже. Пошла какая-то тетенька и стала мне мешать. Я снимаю, тетенька. Ничего так шарится, когда я снимаю. Так, это тоже такая длинная юбка с поясом, тоже Prada. Тоже Prada. Какие-то такие, типа, пижамные блузы. Вот таких цветочек, есть такие же юбки. Я должна сказать, что народ тут просто вообще... Народ тут, мягко говоря, сходит с ума. О, смотрите, $600, какая блузка интересная. Здесь, значит, она на замке. Ну, это не блузка, это платье. Оно просто подобрано. Потому что оно длинное. Его вот так вот подвернули, чтобы оно не висело до самого пола. Ой, в общем, я не могу это показать, вы поняли. Да, народ тут, конечно, это самое, как
Как с голодного края, что называется. Так, повернулись, и тут тоже много всякого. А, Ребекка Минко. Помните, я купила платье Ребекка Минко? Какой хорошенький. Почем она, интересно? А, $80. Ну, моя тоже стоила $80. Потом на сейле я купила вообще за 23. Вот тоже какой-то симпатичный халатик. Так. Дольче Габбана. За 600. Красивый. Ну, этот такой типичный. Цветочки Дольче Габбана. Какое-то что-то очень интересное. Видите, что-то длинное. Висит на двух вешалках. Я прям даже не знаю, как вам показать. Это это Клоя. Клоя. Вы видите, да? Это стоит платье $999. Ну, в общем, это такое, оно так сделано. Здесь какой-то пояс на веревочках. Я не хочу его разнимать, если честно, потому что мне потом сложно будет его скрутить назад. Это вверх. Вот так вот оно идет, вот таким вот длинное-длинное платье, вот таким вот дракон такой с хвостом. Ах, как много всего, девочки. Вот это что-то очень красивое. Это уже... Это тоже Прада за 600. Какое-то платье. Я попробую его показать. Очень трудно. Да, какая комбинашечка такой, видите, на шлейках. Вот на шлейках. Розовая подкладка, а сверху такой, я сейчас отойду, шифон. Ну, так, ничего особенного, но стоит много. Здесь очень много красивых платьев. Я завтра вернусь сюда примерять. Потому что у меня есть время только на то, чтобы поснимать. На примерке у меня времени нет. Вот Прада за 600. Черно. Мне все ужасно мешают. Видите, какой он интересный. Прозрачные рукава. Здесь такая оборка. Черная юбка. Красивое платье, что ты скажешь. Баленсиага. Мы попали. А, это оно сзади. Сейчас я его покажу, поверну спереди. Посмотрю, сколько оно стоит. 600. Ой, как же мне его показать? Он такой интересный. Видите, какая интересная расцветка. И оно просто такое вот короткое. Я понимаю, что трудно понять на вешалке. Очень интересное платье. Какими-то интересными такими здесь заложено складками. А сколько оно 600? Баленсиага. Сколько оно, интересно, стоит в Баленсиаге, если мы найдем цену? Не думаю. Цены от Баленсиаги нету. Ну, я думаю, что больше 1000. Вот снова Дольче Габбана. Тоже цветочек. Просто платье, но очень красивая расцветка. Вся Дольче Габбана стоит 700. Платье стоит 700. Красиво. Ну, в общем, здесь очень много всего. Вот это очень красивое платье. Посмотрите, какое красивое. Тед Бейкер. Сколько оно стоит? 121. Всего лишь $130. Посмотрите, какое красивенное платье. Я обязательно его померю, если оно до завтра довисит. Ай, какое красивое. Третий размер. Что это за размер? Как это странно, здесь как-то пояс сделан.
красиво. Так, что вам еще показать? В общем, здесь, конечно, всего до кучи, много разного. Вот я видела что-то яркое. Юбка Balenciaga на сейле. Стоила 799, сейчас она стоит 790. Balenciaga. Так, я сейчас попробую его показать. Его, ее юбку. Посмотрите, какая. Это такой... Здесь написано Balenciaga. Это такой радужный флаг. Здесь вот ремешки, цепи. Сзади тоже цепи. Написано Balenciaga. В общем, красота. Красота, цветота. Прелестно. А это платье Prada, наверное, да? Да, Prada. Потому что в той же расцветке, что и юбки. И тоже их так много разных. О чем же они, интересно? Не могу найти цену. Но видите, так неудобно мне снимать. Вот такой сверху цветочка, внизу юбка плиссированная. Цены не вижу на ней. И вот еще платье Prada, зеленый, потрясающе красивый цвет, $600. Кто-то повесил здесь эту дрянь, которая мне мешает. Вот, посмотрите, какой красивый. Плиссировка внизу. Совершенно офигенный цвет. Офигенный цвет. Что здесь еще есть? О, вот это что-то. Не очень дорогое, $129. Сейчас я найду клеточку, какое симпатичное платье. Смотрите. А, или Тахари, я знаю этот бренд. Он, конечно, не люксовый, но он неплохой. Посмотрите, какое платье красивое. Тоже красивое. Смотрите, как оно сделано, это платье. Это Prada. У него не замок здесь, а вот такие вот прозрачные, много-много кнопок. Интересно. Это на сейле, кстати, висит на вешалке Пуччи, но это Max Mara пиджак. Он был 400, а сейчас он 240. И брюки, по-моему, это костюм. Они, во всяком случае, висят вместе. Не знаю, может, не костюм. Брюки были 399, сейчас тоже 240. Не знаю, костюм, не костюм, но висят вместе. Пиджак Max Mara. Вот он. Ну, такой деловой костюмчик обычный. Еще вот пиджаки Max Mara, их тут много. И они по $250 тоже. Это какой-то S Max Mara. Я не знаю, девочки, скажите мне, это тоже то же самое Max Mara или это какая-то любенькая такая? Я знаю, есть Max Mara Weekend, она подешевле, а это какая-то X Max Mara. Не знаю, что это. Брюки Michael Kors, ну это вообще, можно сказать, дешевка. Юбка Max Mara, ну это зимняя. За всего лишь $129. Такая вот красивая зимняя юбка. Цвета морской волны. Я думаю, что это очень быстро все у нас разберут. Боже, что это? Боже, это Клоя. О май гад, посмотрите, что это. $799. Сейчас я должна вам это показать. Как мне это? Я сейчас сюда это вот повешу. Вот сюда. Значит, это такая блузка. Боже. Значит, стоит она $800. Клоя. Посмотрите, какой рукав. Из чего это сделано? Я даже не знаю. Вот она такая вся прозрачная. Вау. Вот с такими вот рукавами. Да. Это очень оригинальная вещь, но и стоит она неплохо. Да. Красиво.
это вещи, по-моему, все Максмара. Да, юбки такие Максмара, теплые, ну как бы зимние. А вот такая же красная, как морской волны. Слушайте, на самом деле, $129 это вообще не цена для Максмара, честно вам скажу. У нас очень дорого Максмара стоит. Вот еще это же Максмара, вот такой синий. Боже, какие цвета красивые. Видите, вот такая есть морской волны, красная, синяя. Синий свитер, тоже Максмара, Максмара. Так, цены что-то я не вижу на него. Ну ладно, сейчас поищу. Вот такой вот он. Свитер. Ну, свитер. Свитер. А вот цена, сейчас скажу. 129. Тоже хорошая цена, неплохая. Ну, в общем, здесь много всего интересного, девочки. Я прямо растерялась. Не знаю, за что вперед хвататься. Но сейчас я должна уходить, к сожалению. Я должна уходить. О, что это такое красивое? Я должна уходить, у меня нет времени. Что это такое красивое? $150. Это я не вижу без очков. Сейчас мы здесь. Вот. Я не вижу, что это за бренд. Посмотрите, какое платье красивое. Красота. Красота. И вот, какой хорошенький-хорошенький. Летний-летний. Это тоже Вероника Берд. Вероника Берд за $200. Красотища. Мне кажется, я все вам показала. Ну, это тоже Сальваторе Феррагамо. В прошлый раз его не было. Но были... Мы уже это все снимали. Вот эти мы, помните, видели шлепанцы, и вот эти босоножки мы видели Феррагамо. То есть это уже я вам показывала. Не буду вам показывать второй раз. Или вот эти не показывала, не помню. 199. Ну, они такие, конечно. Я не знаю. Я не знаю, девочки. Я понимаю, что это как-то вроде бы как снова вошло в моду, и, может быть, уже снова вышло. А вот Прада какие тапочки. 250. Вот эти удобные. Вот их удобно. Вот они. Их много. Мне кажется, все. Мне кажется, я вам все показала, девочки. Я думаю, что Сен-Лоран такого розового цвета. Мне кажется, что я вам все показала. Я еще положу тут, посмотрю и пойду домой. А завтра, наверное, вернусь и поснимаю вам примерки, потому что сегодня я должна бежать, к сожалению. Тори Бёрч. Смотрите, какая юбка. Это никак не уйдут. $300. Смотрите, как она сделана внизу. Это искусственный мех, блестки, в общем. Такая интересная. Все, девочки, буду с вами прощаться. $500. Баленсиаго платье. Сейчас покажу издали. Буду с вами прощаться, потому что я должна уходить. Я опаздываю везде, где только можно. Вот такое вот платье Баленсиаго. Все, девчонки. Очень-очень не хочу уходить, но придется. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Я обещаю, что постараюсь, очень постараюсь прийти сюда и померить для вас что-нибудь. Здесь есть на что посмотреть, есть что попримерять. Прада, Баленсиаго. В общем, я летаю, я в раю. Ой, смотрите. Сейчас только вот это сниму и иду. Это кто? Эмилио Пуччи за 270, а был 899. А вот смотрите, какой пиджак. Боже, у нас такие аппликации. Офигеть, можно с ума сойти. Все, девчонки, побежала. Бай-бай. Люблю, целую. Пока-пока.